Не бывает поздно для добрых дел. Оглянитесь, и вы обязательно увидите ту бабушку, которая нуждается в вашей помощи. Купите ей необходимые продукты, подбодрите ее теплым словом. Уделите ей внимание, и вы увидите, каким ярким светом, добротой и благодарностью загорятся ее глаза. Евдокия Николаевна, ваша прекрасная бабушка, которая много лет уже живет одна в старом доме, который уже находится в аварийном состоянии, сама себя обслуживает, сама топит печки, сама носит дрова, ездит за водой. Очень тяжело Евдокии Николаевне сейчас. И с огромной радостью мы помогаем ей продуктами, чтобы не было нужды ходить в магазин, когда болезни, когда коронавирус, когда так тяжело бывает Евдокии Николаевне просто даже встать, походить, выйти из дома. И сегодня я передаю вам продукты, которые я купила на деньги Жаннабель. На стол уже выставили молочко, яйца, курочку, масло, фруктики, чаю, хлебушек, то, что вы любите, то, что вы кушаете, то, что вам поможет быть сытой. Спасибо, Жаннабель. Хотя бы вы меня не бросаете, хоть не один человек, другой, все-таки вы нам помогаете. Мне именно. Мне одинокому это большая помощь. А во-вторых, я очень благодарна. Я второй век живу. В 90-м годах войну прожила. И мне 88 лет, и я историю помню хорошо. Еще мало-мало, еще помню кое-что. Сама всем управляюсь. Очень благодарна за все. Дай Бог вам здоровья и за то, что вы все-таки мне помогаете. Я очень благодарна. Спасибо за все. Не так легко на душе и хорошо. Спасибо, милые дети. Люди, дай Бог вам здоровья, всего благополучия. Бабушка Вера, очень рада сегодня вновь видеться с вами и передавать вам продукты, которые я купила на деньги, выделенные Жаннабель. Мясные консервы, рыбные консервы, шоколадка, кофе, яйца. Все это для обычного человека такая простая, обычная еда, но для вас в вашей жизненной ситуации это стало лекарством. И я очень рада, что Жаннабель помогает вам сегодня, передает вам эти продукты для того, чтобы вы могли кушать. И кушать и наслаждаться, не только как лекарство их кушать, а просто с наслаждением, с радостью вкушать эту пищу, которую каждый человек может себе позволить. Пусть у вас тоже будет такая возможность. Держите, пожалуйста, продукты. Спасибо. Спасибо, Жаннабель. Спасибо. Низкий вам поклон, спасибо вам. Такие продукты жизненно важные для меня и необходимые по моим заболеваниям. Я их применяю и как продукты вкусные, которые я сама бы не смогла купить, и как лекарства по моим болезням. Спасибо, дорогая Жаннабель, что вы о нас не забываете, помогаете. Без вас, без вашей помощи я бы не могла встать с кровати. А ваша помощь – это не только продукты, которые для меня, и лекарства для меня, но они еще и придают силы, потому что у меня силы иссякли на нуле. И вот такое дефицитное, дорогое питание, как шоколад, консервы, мясные консервы, рыбные, сгущенное молоко, вафли и много других дорогих продуктов. Спасибо вам, счастья вам и здоровья, низкий вам поклон за вашу заботу, Жаннабель. Ой, как здорово! Thank you.